Итак, друзья, на данный момент мы с вами имеем следующие цели. Главное из них – проникновение в комплекс сбора системы Excel и отключение комплекса. И дополнительная цель – найти источник локации. Окей, я думаю, это несложно будет. Здесь 183 и почти 450 метров. Ну что, начинаем свой путь недолгий. Тайфун нам поможет пройти этот путь без особого, надеюсь, сопротивления. Так, сейчас, давайте-ка, раз, два. Ух, слушайте, как их много там, а? Успела я, короче говоря, скрыться. Так. Тихо. Золотой мой. Одноглазый друг. Ну так вот тоже по-тихому можно их всех сразить. Так, следы. Блин, сюда идет. Увидели труп. Еще пора, наверное, разбираться с ними. Давайте от того дальнего. И сверху еще очень мешают. Двоих. Оу, е. Причем непонятно, они меня все-таки увидели, где я нахожусь или нет. Или мы по-прежнему с вами можем на одном и том же месте находиться. Ну, выгляни. Ладно, просто пока не выглядывать. Сейчас я этого всадим. Блин, да что ж такое, а? Взрыв! Да ё-моё. Дерьмо! Да, не повезло, золотой. Электрические. Кстати, есть еще где-нибудь? Выцеливает. Смотрю на радар. Лажа какая-то. Так, нет. Один остался, все, теперь запаниковал. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут у нас за локация какая-то. О, смотрите, носитель информации. Так, а, нет, это даже не носитель информации, это коды доступа в Nexus. Оу, я. Так, стрелы с вами подобрали. Ну, сразу, наверное, на разрывные с вами поставим. Там, может быть, вновь придется использовать их в бою. Ну что ж, погнали. Нет, тут больше ничего интересного. Точно ничего не пропустили, да? Похоже на то. Также давайте перемещаться дальше. Тайфун у нас полностью с вами заряжен. Оружие просто великолепное. Снова поставлю очередь. Потому что непрерывный. Так, непрерывный огонь очень быстро расходует весь боезапас. Ну, очень, потому что скорострельная пушка. Командир Ромео, Ромео 1. Я... Все еще в заперти. В лифте. Нужна помощь с возвращением на базу. Ромео один. Спокойно. У нас есть дела поважнее. Ты прав, псих. К ней привыкаешь. Она мне начинает нравиться. Ерунда. Ну вот, смотрите, 200 метров. Ромео один, ваша основная цель – поле зрения. Устройство системы X в добывающем комплексе в нескольких сотнях метров под землей. А систему управления прямо над ней. Тебе нужно найти путь наверх. Блин, путь наверх найти. Ну ладно. Попробуем сейчас с вами просто здесь обойти. Блин, какие же красивые развалины здесь. Вообще пейзаж. Ромео 1, ситуация критическая. Стелл продолжает работу Нексуса без маски стабилизации. Весь объект может рвануть в любой момент. Начинаем операцию «Пневмомолот». Взять под контроль выход энергии, чтобы безопасно отключить систему X. Вас понял. Так, еще разочек с вами. Ну? Ну, взлом! Да чтоб тебя там... Во, наконец-то. Издалека. Видите, насторожились, то есть... Как только мы что-то с вами взломали, это сразу привлекает внимание. Так, два голубка. Ох ты! Смотрите, как они замечательно сели. У нас как раз для них есть сюрприз. Оу, oh, yeah. Мне это очень нравится. Так, а что у нас там?
каким оружием. У нас снопа с вами еще присутствует. Ну там, в принципе, хедшот можно повсаживать, но с другой стороны будет нас выдавать, так как там очень много. Я, пожалуй, сейчас использую обычные стрелы. Давайте потихонечку проходить. А здесь вот, кстати, коды мы с вами можем использовать, те, которые нашли в рамках выполнения доп-заданий, посещения доп-локации. Отправляем эти коды доступа. И, ну, соответственно, нам не нужно будет искать какой-то прям уж обходной путь. Можно просто войти через центральный вход. Так, энергию не теряем. Давайте-ка вот этого сейчас пришпандорим. С этим тоже разобрались. По верхам надо сейчас. Отлично. Так, и спрятаться, спрятаться. Выполнить операцию Джекхаммер, чтобы предотвратить... Что предотвратить? Дестабилизацию Нексусу. Так, здесь точно больше ничего нет. Вот, смотрите, там моя стрела. Я не уверен, правда, что я за ней буду охотиться. За этой стрелой. Вообще, в принципе, наверное... О, дайте попробую сейчас снопой засадить. Ну, это был хедшот. Правда, в самый ответственный момент немножко лагнуло, но ничего страшного. По-моему, тоже был хедшот. Напряжение. Эй! Махнулся. Давай, голову все подставляй. Куда он вообще? Он вообще в другую сторону кинул. Граната, ладно, сейчас. Давайте отсидимся. Восстановим здоровье. Восстановим энергию. Костюмчика. Так, еще тут есть. Ох. Это стрела. Отлично. Так, и разрывные. Давайте вот на ту штуковину автоматическую с вами попробуем использовать. На этого бота. Главное себя не взорвать еще. Они же меня сейчас не видят. А, тут подмога. Подмога прибыла. Вот оно что. Вот в чем вся проблема-то. Ну ладно, тут несколько из тех, которые прибыли, мы уже с вами уничтожили. Так, вот она, эта штуковина. Блин, подождем тогда лучше. Сейчас она туда поедет обратно, и мы сразу убьем двух зайцев. Вот так вот, например. Да, уничтожили же ее, да. Так, и осталось у нас, ну, пару мелочей. Так, этот готов. Пардонте. Эх, обидно, обидно. Блин, опять подмога. Хорошо, тут ничего. Я понял. Как ничего? Блин, да сколько их тут? Это что такое? Опять! Да ну бред вообще. Блин, да откуда их столько вообще прибыло? Эми, они что, меня спалили? Блин, спалили, смотрите-ка. Все, ладно. Хотят по-плохому. Будет им по-плохому. Сейчас рубаем с вами снопу. Так, и куда они ее запустили? Хотелось бы мне знать. Можно как? Один даже, по-моему, там сам на своей креник-то и... подорвался. Yes. Ну, конечно, чуть выше. Готовься надо стрелять. Вот, желательно в голову, тогда он с одного ложится. Так, вон там еще внизу где-то есть. Ну, правда, их под водой, что ли? Водолазы? Увы. С этим тоже разобрались. Давайте теперь вниз спускаться.
я, пожалуй, переключусь на тайфунчик. Эта штука точно мертва. Да, мертва. Какой огонь? Подавляющий? Ух ты, боже ты мой. Так, что мы здесь с вами не забыли? О, можно стрелы пособирать. Давайте это и сделаем. О, в гренке. А, гренок у нас максимум, оказывается. Давайте побегаем. Нам сюда? Нет, там лифт какой-то у нас есть. Видим, да? Вроде бы ничего не пропустили. Давайте сейчас на лифтике-то и спустимся. Или поднимемся? Не, поднимемся. Стрелка вверх показывает. А, нет, спускаемся. Ну, может быть, после подвала мы с вами поднимемся сюда, на самую верхушку. Ромео-1, вы приближаетесь к комплексу сбора энергии. Найдите два переключателя мощности. Вырубите их быстро, чтобы мы смогли отключить Нексус. Прям быстро это надо сделать. Я постараюсь. Так, что у нас здесь? Информация, информация. Неужели здесь никого нет? Мероприятие цефов по сбору энергии. Много лет мы не понимали важности сбора энергии ранними цефами. Когда же мы поняли, что происходит? Было слишком поздно. Огромные объемы энергии, собранные пришельцами с Линьшана, породили гигантский живой аккумулятор невообразимой силы — систему X Альфа-Цефа. Мы не уверены, был ли Альфа-Цеф запитан на Линьшане, или он родился там от похищенной энергии нашего ядерного удара. Известно одно. Благодаря Альфе, Цефы больше не зависят от корабля как источника энергии. Можно было начинать вторую стадию. Почему не начали? Боже! Что это за хрень? Возможно, это выброс энергии или космический сигнал. Я не знаю, я... Доктор, совет директоров СЭЛ платит вашей команде солидную сумму. И вы говорите мне, что не знаете, что за штука стреляет с вершины нашего купола в космос? Разумеется, это как-то связано с прорывом защиты системы X. Но мне нужно собрать больше. Соберите все факты. Мне нужен полный отчет через час. За дело. За дело. Нам тоже понятно. Пора. Пора заняться делом. Мы с вами добрались, похоже, до нужного местечка. Так, снова патроны. Давление воздуха мы с вами восстановили. Что дальше? метра. В регулирующей теперь схеме нужно восстановить. Погнали. Блин, сбегай туда, принеси то, принеси это. Так, и как же нам туда попасть? Вот, смотрите, какие-то платформы здесь еще. Блин, туда я не допрыгну, 100%. Тут какая-то платформа есть. Так, сейчас один момент. Я же кнопку здесь еще одну увидел. Давайте к ней сбегаем, посмотрим. Она? Она. Может, это нам что-то даст. Да, смотрите, приперли какую-то здоровую хрень сюда. Где, пожалуй, мы с вами и сможем схватиться. Я надеюсь, здесь не погибну. Ой, отлично. Нам сейчас нужно всего лишь разогнаться и прыжок. Великолепно. Это меня спалили. Почему так быстро? Стоп, я сейчас запутался.
где эта фигня? Обойти все это дело надо нам. Понял. Они, в общем, испускают какую-то волну, что позволяет им меня видеть. Упс. Рукам. Понял. Чуть не наткнулся. Сейчас вот было бы бобо. А как нам пройти? Что надо отключить? Черт побери, а. Ну что, они не будут испускать сейчас? Ладно, попробуем сейчас просто рвануть с другой стороны. Там, я надеюсь, тоже получится обойти. Но запросто, может быть, точно. А, подождите, взлом какой-то. Посмотрим. Давай! Так, куда взлома? Турели, что ли? Да ладно. Да! Тут нифига себе, портануло. А взломчик-то, хочу вам сказать, тоже не очень простой был. Лучше попробовать пройти на максимум защиты. А, понял. Просто снимается вся энергия костюма и не более того. А вот нам сейчас с вами нужно и на выход. Погнали! В этом месте что-то есть. Видение. Энергетические поля вокруг системы X нарушают медиацию между временными зонами мозга. Мы наблюдали галлюцинации, ощущения дежавю, ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения — предсказания, а не галлюцинации. Как скажете, Ромео-1, только продолжайте миссию. Смотрите, я же говорил, что мы сейчас с вами еще наверх поднимемся. Так. Открывай. Великолепно. Так, 1, 2. Ух ты, по 2 штуки здесь. Наверное, лук нам нужен сейчас. Вот лучок. Ну и начинаем работать. Давай. А, стрел нет. Да и пофигу. Да насрать. Даже все равно это был последний. Вот оно. Полетей. Спасибо, пророк. Спасибо. Сегодня мы восстанем и сбросим с себя оковы. Это первый день свободы. Оу, oh, yeah. Что это за данные? Данные Cell нано-реконфигурация. А нам сейчас с вами нужно подняться наверх. Ты же говорил, что мы с вами из подвала в итоге поднимемся сюда. Так, какой-то прям центр управления. Не знаю, правда, пока как конкретно его отключать. Ну, попробуем просто на кнопочку нажать. Псих, я внутри. Взламываю систему безопасности Cell.
Система X. Их источник энергии — это Альфа-С. Чтоб меня, если твои видения правда. Значит, конец света близок. Нет, это значит, тварь на свободе. И я могу убить ее. Это из баз данных Cell. Похоже, мы раскрыли очень важную тайну. Это существо было источником энергии Cell. Альфа-Цеф. Он гораздо сильнее, чем я думал. Но я заметил кое-что непредназначенное для моих глаз. Если они сумеют забраться ко мне в голову, то, возможно, я смогу проникнуть в их мозг, найти их слабое место. Псих, где тут слот для костюма? Ага. В лаборатории, где Сэл держали меня. Встретимся там через 30 минут. Осторожно, Майкл. Некоторые вещи простить невозможно. Только что развернули. Вас понял. Выдвигаюсь в сектор. Все спокойно. Слышал? Здесь все чисто. Ложная тревога. Вас понял. Продолжить проверку периметра. Видимо, где-то мне нужно. Двигаюсь к следующей точке. Что там? Наверное, показалось. Здесь тоже чисто. Не, никаких следов пророка. Поехали. Чернохвост дозорный, это Чернохвост 9. Деланси 4 Альфа чист. Выдвигаюсь в следующий квадрат. Прием. Никак нет, Чернохвост 9. Восход Алой Звезды был инициирован НАКС. Всем... Восход Алой Звезды? Подтвердите, что это не ошибка. Прием. Подтверждаю. Восход Алой Звезды запущен. Прием. Вот дерьмо. Что с ним? Восход Алой Звезды, о чем они думают? Не знаю, черт с ним, с пророком, надо выбираться отсюда, эй! А как же Штибер? Да черт с ним, догоним! Слышал о восходе Алой Звезды, псих? Нет, не приходилось. Сэл не так-то легко напугать. Узнайте все, что сможете. Встретимся в назначенном месте.